Более 5000 голосов получили зеленые символы Рязанской области, предложенные для создания аллеи России в Республике Крым. Претендовать могли любые деревья, растения, кустарники, травы или цветы, традиционно связанные с краем, его природой, историей и культурой. Напомню, старт голосованию на сайте национальной акции «Аллея России» был дан 1 июля, а закончился он 31 августа. Кандидатами от Рязанской области стали береза повислая, клен красный и сосна обыкновенная. Одинаково воспетый Есениным, клен и береза с самого начала боролись за первое место. В итоге победила береза. Она набрала 56% голосов. А вот, например, в Пскове лидером стала сосна лесная, в Вологде – черемуха, в Архангельске – можжевельник. В Москве одинаковое количество голосов набрали сирень и дуб. Символом Краснодарского края, по мнению жителей, должен быть грецкий орех. Первая аллея России станет символом воссоединения Крыма с нашей страной и подарком жителям Севастополя, проявившим мужество и решимость весной 2014 года.